Порой мы задаемся вопросом, а каков предел человеческих возможностей? Какой груз испытаний человек может вынести? И что самое главное, какие трудности человек готов перенести и при этом не сломаться, но продолжать верить, жить и любить? Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Путь веры» и я ее ведущая Валерия Киптинарь. Сегодня с нами в гостях Валентина Ильевич, которая поделится с нами своей формулой успеха, победы над трудностями. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Валентина, расскажите о том, как произошло ваше знакомство с Господом. Мое знакомство с Господом произошло на работе, когда однажды одна знакомая, которая очень меня уважала и делилась со мною своими советами по поводу моей жизни, она мне принесла пригласительный на евангельскую кампанию, которая происходила у нас в городе Кишиневе в 91 году. Это первая евангельская кампания в оперном театре была. Вы говорили о том, что она вам давала советы. У вас были какие-то трудности? Что-то случилось в вашей жизни? Да, были проблемы в семье, проблемы немаленькие, большие проблемы были с мужем. В то время мы уже были разведены. И я, конечно, делилась своими трудностями на работе с девочками. И эта Жанна Николаевна давала мне очень много хороших, полезных советов. И одно время, когда она уже не знала, что мне советовать, вот именно тогда Бог вмешался. А произошло это так. На евангельской кампании меня спросили, как вы сюда попали, потому что мы поняли, что вы были очень запутаны глубоко в сатанинской сети, и вам самой бы никогда бы не выпутаться, если бы за вас не молилась церковь в Кишиневе. И я сказала, мне принесли пригласительное. А кто? Моя знакомая. А как она, это приглашение попало к ней? И тогда я спросила эту Жанну Николаевну, скажи, пожалуйста, откуда ты его взяла? Она сказала, я готовила на кухне и думала о тебе. Господи, этой женщине сколько советов уже ей даю, но у нее все время продолжаются трудности. Чем бы я могла уже ей помочь? И говорит, в это время звонок в дверь, и я открываю, говорит, стоит интересная женщина, высокая, говорит, вначале я думала, что это ты, тоже светлая, говорит, я ее пропустила и пошла, что-то у нее там горело на плите. Когда вернулась, смотрю, чужой человек с улыбкой притянула мне это приглашение, сказала, пожалуйста, приходите, вы не пожалеете, это изменит вашу жизнь. И говорит, вот на тебе, я не пойду, может быть, ты пойдешь. Почему она решила, что вам необходима эта помощь? Вы упомянули о сатанинских сетях. О чем идет речь? Да, в то время, когда я еще заболела сильно и узнала, что я больная онко, и мне надлежит операция, возможно. И в это время я стала ходить по церквям. В православной церкви ходила. И она, зная о том, что я хожу, подумала, что я интересуюсь Богом. Я искала помощи у Бога, где еще его искать. И она решила мне дать это приглашение, потому что там было написано, что это изменит вашу жизнь. То есть она хотела мне помочь. И это действительно изменило вашу жизнь? Я думаю, что да. Сейчас, оглядываясь назад, мне страшно даже вспомнить, что могло бы произойти. После того, как я вместо 5 сеансов у экстрасенса, куда меня повела другая моя подруга, которая тоже желала мне только добра, вместо 5 сеансов, и я 25 сеансов прошла. И моя мама говорила, Валя, я тебе отдаю все свои сбережения, пожалуйста, иди отдай ему, этому человеку все, лишь бы ты не умерла. Потому что перед этим мама имела похороны моего младшего брата. У нас в семье умер брат. И мама не хотела, чтобы я умерла. И говорит, пожалуйста, дай ему все, лишь бы ты жила. И он помог вам? Нет, конечно. Мой врач в поликлинике онкологической сказал,
мне нужно оттягивать операцию, срочно нужно ложиться. А я ему сказала, нет, я не могу. А почему? А потому что я хожу к экстрасенсу, и он сказал, что он меня исцелит, без операции обойдусь. И он просит у вас моей книжки, чтобы почитать историю болезни. И тогда врач сказал, нет, я сам пойду и разберусь. И он хотел. Я благодарна Богу за этого врача. Он и сейчас работает. Что Бог его тоже использовал в моей судьбе. И тогда я уже, когда увидела, что мне с каждым днем становилось все хуже, дошло до того, что я просто лежала дома и плакала, и не ела ничего, и на работу перестала ходить. Больничную мне никто не давал, потому что я не обращалась в больницу, в поликлинику, что я больная. Я просто лежала и плакала, не хотела ни с кем общаться, ничего не хотела. И вот тогда, уже когда увидела, что у меня болезнь прогрессирует, я уже решилась, что нужно идти оперироваться. Как ваша операция прошла? Операция прошла с Божьей помощью. И только с его помощью. Вспоминаю, когда я шла утром туда, в больницу, остановилась, посмотрела на это 10-этажное здание, кто знает, у нас в Кишиневе онкобольница, и сказала, Господи, как много сюда людей заходит и не выходит. Остановилась на пороге и заплакала, и сказала, Господи, ты видишь, что я на своих ногах сюда захожу, сделай так, чтобы меня не выносили ногами вперед, чтобы так же на своих ногах, так, как ты видишь, что я захожу, так же, чтобы я на них и вышла. И случилось так, что никто не пришел меня забирать после того, как меня выписали, и я теми же дверями, которые зашла и вышла. И я остановилась там и заплакала, и поблагодарила Бога. И еще у нас был там интересный опыт. В приемном покое познакомилась с двумя женщинами, которые тот же самый диагноз, как у меня. И на одном этаже нас подняли. Но нас хотели разъединить. Сказали, что их помещают в одну палату, а меня в другую. И я не знаю, что мною тогда руководило. И откуда у меня вырвалась эта фраза. Я сказала, если вы нас не положите в одну палату, я умру на операционном столе. И как отреагировали медсестры и врачи на ваше заявление? Они так на меня посмотрели, удивительно. А потом смотрю, они притащили кровать и положили нас вместе в одну палату. Просто у меня кровать была около окна. Не так, как у всех, а около окна. И у всех операция прошла удачно. А самое интересное, что было еще у меня, что я заметила, что Бог был рядом. Как вы это почувствовали? Когда я готовилась к операции вечером перед тем, как идти ложиться в больницу, я наводила порядок у себя в сумке. Лишнее все выбрасывала, что нужно брала с собой. И вот я там нашла напечатанные на машинке под копирку 4 молитвы. И решила 3 порвать, а 1 взять с собой. И как будто кто-то мне сказал, ты столько времени носила, бери их и сейчас с собой. И вы решили взять с собой? И я решила их взять с собой. Я их взяла. А потом я поняла, почему это было. В палате нас было 4. Вот. Я эти 2 женщины настрой и 1 женщину, которую уже прооперировали до нас уже. И когда утром встали перед операцией на 2-й день, и я сказала, девочки, давайте помолимся. Я вытащила эти молитвы и сама поразилась, что раздала всем по одной. Я не помню, но там была молитва о помощи. Дословно все не могу вспомнить. Но самое интересное, меня удивило и их поразило это, что было столько молитв, столько листов, сколько нас было в палате. И говорили, откуда ты знала? Я говорю, я не знала. А как же ты их взяла? Я говорю, не знаю, так получилось. А потом я поняла, что это Бог всем руководил. Валентина, вы говорили о том, что вы начали посещать евангельские встречи. А как ваша семья и ваш муж отреагировали на это? Дети были еще не такие большие, реакции никакой, а муж отреагировал очень болезненно. Как проявилась его реакция?
порванные Библии и очень много чего не хотелось бы сейчас вспомнить. И потом больница, один раз за другим, сотрясение головного мозга. Есть шрам, и сейчас еще у меня тут просто прикрыт. И ярость просто сатанинская была. Он меня очень сильно возненавидел после того, как я приняла Христа. Как вы думаете, почему? Откуда столько жестокости и ненависти по отношению к жене? Я думаю, что это разные духи у нас были. Им руководил, управлял другой дух, совершенно другой дух. И я его не виню в этом. Он сам, наверное, не рад был. Как долго продолжалось его противостояние? Он умер 4 года назад. Это все эти годы, считай, с 91-го года. Все эти годы. Было времени, что и уходила из дома, жила на квартире 2 года, около 2 лет где-то так. Жила на квартире, потому что дома невозможно было уже находиться. Он говорил, что такие, как я, не должны жить, что меня нужно уничтожить. И он это показывал и силой, и наяву. И я думаю, сейчас страшно вспомнить это все, что если бы не Бог меня защищал, уже бы меня давно не было, наверное. Не один раз хотел меня поглотить сатана. Но я везде вижу Божью руку. Один раз, когда он мне сильно угрожал, я держала в руках Библию, я очень испугалась, в доме не было сына старшего, он меня всегда защищал. И говорю: «Господи, что мне делать, что мне делать? Скажи мне что-нибудь». И открываю Библию, и там читаю такой стих, что «не отдам тебе в руки этих людей, которые ищут души твоей». Таким образом, вам удалось преодолеть этот страх, который навис над вами. И я успокоилась после этого и посмотрела так спокойно на него. То есть уже у меня не было страха. Страх полностью отошел. И он повернулся, сказал еще пару фраз и ушел. И оставил меня одну. Валентина, когда вы начали ходить на евангельские кампании, вы там приобрели друзей, у вас было общение с братьями и сестрами. Расскажите об этом. Перед самым отъездом один из наших братьев, Октавиан Куритев, его фамилия, познакомил меня с братом из Румынии Овидию. Фамилию я сейчас не могу припомнить, Овидию. А Овидию, в свою очередь, познакомился со своей мамой, которая приехала из Румынии в гости к сыну и на эту кампанию присутствовала. И мы с ней остались вдвоем. Она стала меня расспрашивать, если я была в Румынии, если есть родственники. Я говорю: нет, никто нас не приглашает, а тогда было по вызовам, по визам. А она говорит: мы вам сделаем визу и приезжайте к нам в гости. Пригласила в гости, и мне, и сыну старшему сделала. И мы поехали. И то, что мы увидели в этой семье, они объяснялись, это что-то необыкновенное, глазами, не словами, а глазами. Это была любовь, действительно Божья любовь. И они нас везде возили на машине. И все делали для того, чтобы мы чувствовали себя хорошо. И я поняла, что это необычные люди, как и те, которые нас встречали на кампании, как и эти, которые братья Ноуз и Макфарленд, когда мы стояли на молитве, я после этого так называемого лечения экстрасенса, я постоянно плакала. И я плакала столько, что я не могла останавливаться. И когда мы стояли на молитве, я тоже плакала. И он сказал через переводчика: скажи ей, чтобы она не плакала, чтобы она успокоилась, потому что нам передается ее волнение. И я думаю, интересно, они сказали, что будут за меня молиться. Каждое утро, мы вам обещаем, каждое утро будем за вас молиться, как только откроются наши глаза и увидим солнце. А вы нам тоже что-то обещайте. А я говорю: что я вам должна обещать? Обещайте, что вы будете сюда приходить каждый вечер, чтобы мы вас видели, чтобы мы были спокойны, что с вами ничего плохого не случилось. И вы приходили каждый вечер? Я приходила каждый вечер,
Я приходила, даже через «не могу». Были очень много раз, когда я могла не пойти, и все-таки я говорила: «Господи, я хочу пойти». И я шла туда, как на праздник. И это было для меня все такое новое. И я убедилась в том, что Бог действительно отвечал на их молитвы, потому что они сказали: «Бог сотворит с вами чудеса». И чудеса такие происходили в вашей жизни? Когда они это сказали, я подумала, но вслух не сказала, я только про себя подумала: «Какие чудеса, что Бог может со мной сотворить, о чем это они говорят?» И Бог прочел мои мысли. В тот вечер мне была подарена Библия. Они меня спросили: «Вы читаете Библию?» Я говорю: «Нет». «А почему?» Я говорю: «У меня ее нету, я просто ее никогда в жизни в руки не держала». Они сказали: «Мы вам подарим Библию». Подарили мне Библию. Я взяла Библию, зашла в зал, села и смотрю, что я должна дальше делать. Смотрю, компания началась, люди открывают Библию, читают, проверяют, потому что проповедники сказали: «Вы должны следить за нами, если у вас в Библии так же написано, как и у нас». Я тогда хотела тоже найти. И вам с легкостью удалось это исследование? К сожалению, я очень растерялась, когда увидела, смотрю в зале, один, другой, все вокруг уже все нашли, а я взяла Библию, стала ее листать, руки дрожат, и думаю: «Господи, они уже нашли, а я не знаю, где этот Иоанна или Марк, что мне делать?» И я открыла. Я поняла, что я открываю, где попало. Вот так просто раскрыла Библию и держу руку вот так. А сама нервничаю и пальцы дергаю пальцами. И около меня сидел парень, Вася его звали, и говорит мне: «Разрешите, я вам помогу». А я ему протянула Библию, чтобы он помог. А он посмотрел и говорит мне: «Так вы же уже нашли». Я говорю: «Как нашла? Я же не знала». Он говорит: «У вас открыто тут правильно». И я тогда подумала: ничего себе, а как же я открыла, если я не знаю? Сейчас мне скажи Марка, Иоанна, уже я смогу ориентироваться. Знаете, тогда для меня это все было ново. И когда спустя уже где-то год или делились опытами с Богом у нас в церкви в Кишиневе, и пастор, я рассказала этот опыт, свой первый опыт с Богом, и пастор меня спросил: «Сестра Валя, кто же руководил вашими пальцами, когда вы так хотели найти, и вы не могли?» А я говорю: «Я не знаю, наверное, Бог». А он говорит: «Наверное или точно?» Я говорю: «Наверное, ангелы Божьи». Он говорит: «Наверное или точно?» Я говорю: «Точно». Валентина, вы сейчас занимаетесь служением литературного евангелизма. Расскажите нам подробнее об этом. Когда мне предложили заниматься этой работой, я вначале отказалась. Я подумала, что я не смогу справиться. Почему вы так решили? А меня математика всегда пугала, а тут связано и с продажей книги. Я думаю, не справлюсь я, нет. Но почему все-таки решили? Я отказалась. Прошло время, но я молилась. Если есть воля Божия, чтобы этим занималась, смогу я справиться или нет. И вот однажды утром, после молитвы, и я открываю Библию и читаю у Ездры, 10 глава, 4 стих. «Встань, ободрись и действуй, это твое дело, и мы будем с тобой». И я поняла, и говорю: «Господи, иду. Не знаю, смогу я справиться или не смогу с деньгами, но я иду». И слава Богу, Господь благословляет, если мы идем, и помогает. И люди, которые ищут Бога, они откликаются и приходят в церковь. Валентина, были ли у вас опыты, связанные с этим служением? Да, конечно. Расскажите об одном из них. Это было в республиканской больнице в Кишиневе у нас, 16-этажная большая больница. Все знают про эту больницу. Было лето, жара. У меня часто бывает пониженное давление, и тогда тоже я себя неважно чувствовала. И шла уже домой к концу дня, не очень-то веселая так, не очень довольная собой, скажем так, своей работой. И на улице люди вышли подышать воздухом, там была группа людей. Я подошла,
и стала им показывать нашу литературу. Одна из них посмотрела и сказала: «Это не наши книги, и мы не должны их брать». И люди все один по одному нас покинули. Мы остались с ней вдвоем. И у меня, конечно, внутри все кипело. И думаю, как это, ушли люди, и она что хочет мне что-то сказать. А она так на меня посмотрела и говорит: «У вас есть время меня выслушать?» А я говорю: «Да». «А сколько?» Я говорю: «Сколько хотите». Она начала рассказывать свою судьбу, что она лежит в больнице из-за мужа, у нее болит ухо, но у нее там нашли еще болезнь, и ей предстоит операция. И говорит: «Он меня бросил, и есть маленький ребенок, и он недалеко здесь живет от этой больницы, и я со своего окна смотрю на него, может, я умру на операции, хотя бы он пришел, и чтобы я с ним попрощалась. Я его очень люблю». Впоследствии она читала мне стихи, которые она ему посвящала. И я молилась и говорю: «Господи, помоги, чтобы этот дар был во славу Твою, а не человеку дан». И Бог услышал мою молитву и ответил на нее. Потому что эта женщина нас, я поняла, объединила именно Божья любовь. Потом, в конце этой встречи, после того, как она мне рассказала всю свою жизнь, всю историю, она мне говорит: «Я у вас куплю очень много книг». И она почти все книги у меня тогда купила в тот вечер. Хотя продажи не было в тот день у меня. И вот она много книг взяла. И потом я уже ее посетила перед операцией. Мы с ней помолились. Странно было то, что в это время нам никто не мешал, никто не заходил в палату. И после молитвы, я не знаю, почему я плакала. Она плакала, не знаю, потому что она думала о своей жизни, про свою болезнь, про все. А я почему плакала, я не знаю. Мы обнялись с ней, обе плакали и благодарили Бога за то, что Он нас вел в этом мире. И она говорит: «Придешь ко мне после операции?» Я говорю: «Конечно». Прошло несколько дней, и я пошла ее посетить. А медсестра говорит в коридоре: «А ее нету». А я так испугалась и думаю, как что ее нету. Случилось? Думаю, что неужели она умерла? Я говорю: «А где она?» А она дома, ее выписали. Говорит, она прекрасно себя чувствует. Все благополучно. Все благополучно прошло. Валентина. Прошло время, и на одной из евангельских компаний мне один брат говорит: «Хочешь сюрприз увидеть?» А я говорю: «Да, а что?» А было на 8 марта, компания «Стэнли» у нас в Кишиневе была. Говорит: «Посмотри». Я когда посмотрела, за моей спиной была эта женщина, Лёля её зовут. И он говорит: «Это подарок тебе на 8 марта». И мы очень были рады обе. И она прошла, каждый вечер приходила на эту компанию, но она не сама приходила. Этот наш брат ее привозил на машине. Там больше 10 километров он делал каждый вечер. И привозил ее. И увозил ее домой обратно вечером. И потом в конце она приняла крещение. И это было первое, наверное, адвентистское у них в селе. Она, да. Потом уже сейчас группа там. И она руководитель субботней школы. И Бог использует ее дальше для спасения человеческих душ. Валентина, вы также являетесь автором стихов. Прочитайте, пожалуйста, один из них. Да. Я думала, что бы лучше из всего, потому что Бог одарил очень многими стихами. И подумала, что нету лучшего стиха, чем этот, который я назвала: «Благодарю, что есть на свете ты». Земля и небеса живым мостом любви прикреплены. О Боже, что было бы на свете, если б не сошел на землю ты? Что стало бы со всеми нами? И где была б сегодня я? Зло уничтожило б планету,
нас бы не стало без Тебя. Мой Бог и Царь, мой идеал, Ты за меня себе отдал. Обижен и унижен был, но как, что отвечать не смел, и как Ты все это стерпел? Терпению всякому же есть предел. Так много как и почему, когда-то, может быть, пойму, а ныне сознание не вмещает, что больно Богу, когда кто из нас страдает, что плачет Он, когда рыдаю я, как мог отдать Он Сына единственного за меня? Вопросов ворох, а ответ один. Нас спас от смерти вечной лишь Твой, о Боже, Сын, неповторим. И несравненный Твой подвиг Божий на века. Пред Тобою в умилении за все склоняюсь ныне я. Благодарю Тебя за солнце, за жизнь и свет, за благодать. Изволь за счастье воскресения хвалебной песнею Тебе воздать. Владыка вечный, живи отныне и вовек. Пусть Твое имя превозносит, воспоет всяк на земле живущий человек. Аминь. Спасибо большое, Валентина, за прекрасное стихотворение и за участие в нашей программе. Слава Богу. Дорогие Аминь. Телезрители, глубокая вера есть сама по себе великая сила. Все эти трудности, которые выпали на долю нашей героини, она смогла преодолеть. Преодолеть одной лишь верой и одной лишь силой Божьей. Mm-hmm. Спасибо вам за то, что вы были с нами. Это была программа «Путь веры». И я, Валерия Киптинарь, прощаюсь с вами. До новых встреч!